Придется научиться делать аэрпас, потому что движения очень похожи. Аэрпас — это когда мы прыгаем с переводом кайта, когда вы улетели в космос, подтянули ноги к себе, ноги с корпусом подтягиваете к планке, в этот момент перехватываете. Вот. Что такое 313? Это примерно то же самое, только кайт не нужно переводить, а точно так же сильно оттолкнуться. Сделать все-таки рейли, но может быть не такое правильное, как вот в случае там рейли в блайнд или в рап, а кайт немножко поставить все-таки выше. Это будет гораздо проще, у вас будет там на доли секунды больше времени на то, чтобы перехватить, успеть перехватить планку и приземлиться. Это 313 – это рейли с перехватом с задней руки на переднюю. То есть вращаемся назад и приходим на переднюю руку. При этом доска и корпус делает полных 360 градусов. Доска приземляется в хиллсайд. Делаем обычный рейли, кайт примерно около 11 часов для начала. Вот. Точно так же, как в обычном рейле, должен быть сильный толчок. Вам тогда проще будет подтянуть планку к себе, чтобы перехватить. Вот. Дальше происходит такое движение. Ноги выстреливаем прямо вперед, планку подтягиваем к себе, поворачиваем голову. И очень важно, наверное, сразу же стараться смотреть на приземление. Это туда. Тогда планка сама окажется у вас в руках. Вот. А дальше просто на одной руке приземляемся. При этом кайт не улетает ни вверх, никуда, он летит вниз. И чем больше скорость, тем приземление стабильнее.